Ну вот и все. Неплохая получилась история. Инстаграм. Будет тебя не хватать. Ребята, будет не хватать каждого из вас. Я немного в шоке. Целый день я не брала в руки телефон, и вот что мне сейчас прилетело. Вот эта новость, наверняка вы ее уже видели, но это пипец. Для меня, как для мастера, это очень плохо, блин. Что для меня, как для блогера, Инстаграм — это источник заработка? Вы глубоко ошибаетесь. Блять, это просто, это вся жизнь, это душа, это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю гребаные 5 лет подряд. Что там по стадиям? Какая должна быть первая стадия? Отрицание?